Добрый вечер. Меня по-прежнему зовут Валерий Житков. Это Good Night Club. Место, где лучшие стендап-комики дают интересные ответы на интересные вопросы. Вопрос сегодняшней программы очень интересный. И звучит он так. Кто лучше, мужчины или женщины? Вопрос, конечно, глупый, но нам такие и нужны. Тем более, что каждый нормальный человек хоть раз его, но тайно задавал себе. А некоторые даже могут на него однозначно ответить, просто боятся свою вторую половину. Итак, кто лучше, мужчины или женщины? Не думаю, что мы сегодня поставим точку в этом вечном противостоянии, но уверен, что весело проведем время. Я приглашаю к микрофону Андрея Толмачевского. Всем здрасте, здрасте, здрасте. Слушайте, а кто следит за здоровьем, гуглит статьи про здоровье? Поаплодируйте, кому больше 30. Слушайте, я недавно сдал все анализы, и оказалось, у меня пропали женские гормоны. Они, оказывается, отвечают за общее состояние здоровья, за то, чтобы ты мог завести детей. Я не знал, я думал, женские гормоны, наверное, отвечают за то, что мужчина иногда думает, может, мне гараж другой цвет покрасить? И я стал принимать гормоны, женские гормоны, и врач что-то перепутал, и у меня случилась передозировка. Я был в магазине, и у меня вдруг случился эмоциональный взрыв. Просто все эмоции сразу. Вот мне кажется, я в тот момент понял девушек. Ты одновременно испытываешь радость, гнев, тревогу, восторг, а ты просто увидел ценник на кабачки. Я не знаю, кто лучше, мужчина или женщина, но вот мужчиной быть легче. Ну прямо легче, ты можешь есть что угодно, спать где угодно, выглядеть как угодно. Реально, мужчина может прийти на свидание в мятой грязной футболке, и если девушка почему-то скажет ему «классно выглядишь», он скажет «я старался». Для тебя. Вот этот кусочек колбаски. К твоим глазам. В нашем обществе принято так, что женщина должна быть красивой, и некоторым девушкам это не нравится, то, что их так оценивают, они комплексуют, по-моему, зря. Ну, потому что у каждой девчонки есть шанс. Ну, просто найди большего урода. Ну, прям отвратительного мужчину. Ну, как бы отвлеки уродом внимание от себя. Чтобы вышли по улице, и прохожие смотрели на него. И что она в нем нашла? Ну, кроме вшей. Потому что ты все равно сделаешь из него нормального мужчину. В этом ваша женская суть. Вы делаете мужчин лучше. Мужчина думает, если женщина его выбрала, то он норм. Женщина думает, если она его выбрала, из него можно сделать норм. И начинается вот это ваше бесконечное женское улучшение мужчины. Мне вообще иногда кажется, что эволюция произошла именно из-за женщины. Женщина когда-то сказала: «Так, Валера, не сутулься. Возьми в руку палку, что ты как обезьяна». А за много миллионов лет до этого: «Так, Валера, вылезай из воды. Когда у нас в семье будут ноги, Валера? Уже у одноклассников у всех позвоночники, один ты чмо бесхребетное». Потому что мужчиной быть легко до встречи с женщиной. Ну, ты там должен соответствовать, и из-за этого мужчины в отношениях симулируют уверенность. Я не удивлюсь, если прямо сейчас где-то есть мужчина, который слышит, там кран в ванной капает, починишь, он говорит: «Да», идет в ванну, включает воду и плачет. Потому что вам, девушки, вам всегда нужно больше, больше, больше. Вы как будто ищете мужскую точку кипения. Вот Анджелина Джоли, у нее был идеальный муж, Брэд Питт. Мне кажется, она смотрела на него и думала: «Интересно, сколько детей он выдержит?» Ладно, неплохо, а если вьетнамец? Вы давите на нас, потому что вы сильные, сейчас время сильных женщин. Но я считаю, что ни одна женщина не может быть сильнее, чем мужчина. Как и ни один мужчина не может быть сильнее, чем женщина, потому что женщины рожают. Это вообще не отдых. Реально не отдых, потому что ни одна женщина после родов не говорит: «А, хорошо пошло». Потом выбегает из роддома и в снег. Почему-то считается, что сильная женщина — это женщина, сильная без мужчины, сама себе мужчина. Ну, просто для меня реальный пример вот сильной, независимой женщины — это моя мать. Она очень много работала, она построила карьеру, и это не помешало ей в одиночку поднять на ноги меня, сестру и отчима. Поэтому я уважаю сильных женщин. Но сильная женщина — это все равно женщина. Я недавно перед концертом пришел в барбершоп побрить бороду, а там женщина-барбер. Это было очень неожиданно. Но я не сексист, типа: «Женщина, что ты тут делаешь, пока ты тут где-то троллейбус без водителя?» Нет, я...
Я такой, пусть бреет. И вот она меня начинает бреть, и я чувствую в какой-то момент боль, и чувствую, у меня кровь по шее течет. И вот в этот момент она себя проявила не как барбер-мужчина, она проявила себя как женщина. Она не испугалась, нет. Она мне разрезала шею, и я был виноват. Она такая, как вы так умудрились? Прямо с напором. Я прямо сказал, извините. Потому что с этим невозможно бороться. Это непобедимый женский прием. Накосячить и тебя же в этом обвинить. По факту она могла даже ничего не говорить. Она могла разрезать мне шею, подождать, когда кровь уже вот на пол начнет хлестать, и сказать, ничего не хочешь мне сказать? Потому что вы, девушки, ничего не упрощаете, особенно в ссорах. Моя вторая половинка недавно на меня обиделась. Знаете, как я это понял? Никак. Вот она никогда не скажет, я обиделась. Нет, вот ты сам должен догадаться. Я однажды просто так, ради эксперимента, сказал ей «прости меня», и она такая «ну ладно». Потому что этот список обид у вас в головах, он просто бесконечный. Ну ты замучаешься извиняться. Мне кажется, мужчине есть смысл извиняться просто в конце каждого месяца. «Прости за апрель». Я наслаждаюсь тем, что я мужчина и люблю женщин. Всем большое спасибо. Спасибо Андрею Калмачевскому. Я, конечно, так и не понял из его монолога, кого он считает лучше, мужчину или женщину. Единственное, я запомнил, конечно, Валеру. Вот, да. Ну что ж, тема на самом деле взрослая. И вдвойне интересно будет услышать мнение самого юного участника нашего Good Night Club на сцене — Кирилл Мазур. Всем здравствуйте, добрый вечер, дорогие зрители. Давайте сразу выясним на берегу. Меня зовут Кирилл, мне 16 лет, я не женат, да? И мне кажется, в моем возрасте лучше быть девочкой. Просто сейчас мы, парни, хотим понравиться девчонкам, проявляем инициативу, но это всегда очень нелепо. Мне вот нравится моя одноклассница, и недавно я подарил ей плюшевого мишку. Но я это сделал креативно, и на перемене, когда в классе никого не было, я положил этого мишку в ее портфель. И так совпало, что в этот же день у нее из портфеля украли ноутбук. Мне стало так не по себе, просто этого мишку я положил вместе с запиской: «Вика, ты этого заслуживаешь», понимаете, вот. Ну, неприятно. И по итогу даже вызвали полицию, и чтобы найти вора, каждого из класса по одному опрашивали. Но я этого не знал. И когда полицейский спросил, мол, то, что у Вики в портфеле, ты сделал? Я ответил, да. И он такой, ты считаешь это нормально? Я такой, ну, по-моему, круто, что в 16 лет я умею зарабатывать. И он такой, я надеюсь, у этого будут серьезные последствия, после которых ты повзрослеешь. И я такой, я тоже очень надеюсь. И мне друг говорит, Кирюх, с девчонками главное быть настойчивым. И показывает переписку, где он пишет девчонке, мол, привет, давай сегодня в 6 на Крещатике. Она пишет, не могу, у меня в 6 станции. И он такой, в 6 на Крещатике. И она такая, ну ладно, и они пошли гулять. Я вдохновился, пишу своей, мол, привет, давай сегодня в 6 на Почтовой. Она пишет, не могу, у меня в 6 вокал. Я такой, в 6 на Почтовой. Она такая, ты дебил? Просто правда, где эта грань между настойчивый и Кирилл, ты дебил? Ну, где эта грань между, представляете? Он схватил меня за грудь и начал целовать, и представляете? Он схватил меня за грудь, начал целовать, так и запишите, да? Просто я решил для себя, я схвачу девушку за грудь только в том случае, если услышу разговор, где она четко намекает на меня. Типа, я хочу, чтобы меня за грудь схватил Мазур Кирилл Геннадьевич. 2002 года рождения. Прописано по адресу: улица Никольско-Слободская, 6, квартира 65. Идентификационный код. И если это все подпишет нотариус, да, то я соглашусь.
И слушайте, ребята, правда, нам сложнее, потому что, ну, в таком возрасте только парни инициативные. Но потом все меняется. Я это понял по себе. Я недавно, после выступления, поцеловался с очень красивой 35-летней женщиной. И, ребята, это было закон, да, это было и мое желание, и мои деньги, да, то есть... Ну... Нет, ну, ладно. Ребята, юмор, юмор. На самом деле она просто была на вступлении, ей очень понравилось. И, ребят, мы целовались, и у меня было ощущение, как будто моя тетя поздравляла меня с днем рождения, но что-то пошло не так. И она такая: «Лего, я забыла, но ты все равно кайфанешь, да?» Я потом узнал, что, оказывается, у нее был муж. И я подумал, что я самый безопасный любовник. Потому что если мы будем у нее дома, и вдруг приедет муж, она такая: «Кирилл, не прячься, просто иди в комнату к детям». И правда, ребята, с возрастом, ну, все проходит, уже теряется интрига. Вот мы недавно сидели с мамой на кухне, зашел папа и такой: «Танечка, ты готова? У нас сегодня в комнате интим». И мне стало страшно просто. У нас однокомнатная, да? Я, ну... Просто, ну, зачем мне эта информация, да? Типа, если мама откажет, папа такой: «Ну, я уже Кирюхе пообещал, как бы не...» И на этой ноте я говорю вам спасибо большое, что послушали. Спасибо, спасибо. Кирилл Мазур. Не знаю, что мы вынесли из этого выступления, конечно, да, но... По крайней мере, девушки, которые хотят, чтобы их потрогал за грудь Кирилл, они знают теперь его адрес. Да. Продолжим эту нелегкую тему. Кто лучше, мужчина или женщина? На сцене Бекир Мамедиев. Добрый вечер, всем привет. Здравствуйте, здрасте. Слушайте, я, как мусульманин, считаю, что лучше, конечно же, мужчина, и женщины не имеют права возмущаться по этому поводу, но скажу, что лучше, конечно же, женщина, потому что я мусульманин, который женат и сегодня хочет прийти домой, да? И, нет, на самом деле я не знаю, кто лучше, мужчина или женщина, но я знаю точно, что нам, мужчинам, есть что у женщин перенять. И, например, взаимопонимание. Да? Женщины же прекрасно могут понимать друг друга без слов вообще. Я это понял во время игры в Элис. Кто-то играл в Элис? Поаплодируйте, пожалуйста. Отлично. Кто не знает, Элис — это такая игра, где словами нужно объяснять другие слова, не используя однокоренные. Обычно играют в компании друзей, с которыми хрен знает, о чем поговорить. И вот, а кто-то играл со своей второй половинкой в Элис? Есть такие люди? Вы до сих пор вместе? Но вы одна, да, пришли? Вы одна. Слушайте, я тоже играл, и я больше никогда в жизни не буду этого делать, потому что если не угадал слово «ты», то ты дебил, а если «она», то кто так объясняет, блин, кто так объясняет, а? Причем я не угадал слово «конъюнктура», а она «палец». Потому что это, знаете что, это один, 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 блин, и ничего другого, понимаете? И вот, чтобы хоть как-то сохранить отношения, мы поменялись командами. Я начал играть с другим парнем. С другой девушкой уже нельзя, да? Потому что если, не дай бог, ты с ней отгадаешь больше слов, чем со своей, то вот иди с ней и живи теперь, понятно, да? Это... Не, на самом деле мы специально начали играть командой парней, чтобы показать, как надо играть. И знаете что? Мы проиграли. Потому что мы, как нормальные люди, пытались логично объяснять слова, да, а девушки, даже думая неправильно, думают неправильно одинаково. Там у них было, ну, такое: часы, шоколад, банки, Швеция, да, как вы это делаете? Но это еще ладно, но когда вы переходите на язык междометия, там было что-то, ну, такое типа «бе», «парадигма», «да». Я не знаю. Я не знаю, как это у вас так получается, но я бы хотел так уметь. Я бы хотел так уметь. И я бы еще хотел научиться у женщин умению фотографировать. Вы же прям классно можете, да? У всех же было такое где-то на отдыхе, когда сначала она фоткает тебя, получается красиво, а потом ты фоткаешь ее с точно таким же углом горизонта, с точно таким же светом, и получается, откуда у тебя только руки растут. Да? И
Ты говоришь, ну нормальная же фотография. Нет, удали эту фотографию, а то я на ней некрасивая. Ну да, некрасивая, но это ты. Это ты. Это ты. Девушки, я не понимаю, чего вы боитесь, да? Что завтра мы вам сделаем комплимент, типа, ты сегодня такая красивая, что только сегодня? Да, только сегодня. Вот вчерашняя фотография, да? Вот. Еще бы я, конечно, у женщин перенял умение терпеть в туалет. Вы же прям долго можете, да? Вы же прям долго можете. Это мужчина, если захотел в туалет и не сходил в течение 5 минут, то он думает, что за деревом не видно, да? Вот за таким. А у женщин, женщины же прям долго, у них есть такая фраза, типа, та уже дома схожу. Знаете, я... У меня жена недавно захотела в туалет, я говорю, так иди. Она говорит, та уже дома схожу. Я говорю, мы во Львове, до дома 6 часов ехать, блин. Она говорит, ну потерплю. Главное, до дома вы 6 часов терпеть умеете, а когда полчаса надо помолчать, да, у вас терпеть не получается. Вы ведете себя как мужчина, который хочет в туалет. У вас начинает... Дайте мне любое ухо, я сейчас обговорюсь, да? Дайте... Так же и... Но самый главный навык, который бы я хотел перенять у женщин, это умение спорить, когда ты не прав. Да, у вас... Вы же все можете перекрутить в свою сторону. Это я понял еще до свадьбы, когда мы записались на танцы, потому что она хотела красивый свадебный танец, а я не умею стоять на своем, да, и знаете, вот и там на танцах она постоянно совершала ошибку, где надо идти влево, она шла вправо. 3 раза подряд. Я говорю, надо влево. Она говорит, надо вправо. Я говорю, надо влево, ты не шаришь, надо вправо. И вот я повысил на нее голос, потому что не знал, каким последствиям это может привести. Да, и было плевать на тот факт, что я прав, потому что мы ссорились на тему, какого хрена ты повысил на меня голос. Да? А что будет после свадьбы? Ты начнешь меня бить? Я думаю, боже, куда я полез? Где моя машина времени? Сейчас бы отмотать время назад. Хочешь идти вправо? Иди вправо. Я пойду налево. Да, еще в самом начале отношений. Еще... Есть много навыков, да, которые стоило бы перенять у женщин, но мне кажется, мы не со всеми справимся, потому что некоторые навыки — это же прям магия. Ну, я не знаю иначе, как объяснить, как женщины умудряются собирать нам в чемодан в командировку так, что когда на обратном пути собираешь его ты, у тебя половина вещей не помещается туда. Я не знаю, знаете, иначе как объяснить вашу феноменальную память? Вы же все запоминаете. Вот. У мужчин нет такой памяти. Мужчина, если резко спросить, сколько ему лет, он не ответит, понимаете? Я бы не расстраивался, если вот не получится перенять какие-то навыки у женщин. Можно просто найти любящую женщину, которая будет делиться с тобой этой магией. Спасибо большое. Хорошего вечера вам. Комик с хорошим чувством юмора и с очень хорошо развитым инстинктом самосохранения, кстати. В конце все смягчил максимально. Кто лучше, мужчина или женщина? Да, было бы странно, если бы для раскрытия этой темы я не пригласил в наш клуб хотя бы одну даму. На сцене Good Night Club маленький, но очень концентрированный сгусток феминизма. Наталья Гарипова, ваш аплодисмент. Всем привет! Всем привет! Привет! Друзья мои! Тема этого выпуска – кто лучше, мужчина или женщина, да? Давайте по-честному. Эту тему придумал мужчина. Потому что женщины не меряются письками. Результат будет не в нашу пользу. Мы очень разные, и поэтому я не понимаю, почему мы друг друга сравниваем. Мы очень сильно разные. У нас разные ценности, взгляды на жизнь, на смерть. Вот женщина, например, не будет умирать только для того, чтобы ее в раю встретило 72 девственника. Если женщина захочет, чтобы ее ждало 72 девственника, она просто подольше будет пить чай в учительской. Мы очень сильно разные, мы даже выглядим совершенно по-разному. Вот женщина, она хочет выглядеть хорошо всегда, до самой старости. Даже дед ходит в чистом, только пока бабка жива. Мы очень сильно разные. Тем более, знаете, на современную женщину общество очень сильно давит. Современная женщина должна быть успешная, но не стерва. Умная, но без цитат. С инстинктами материнства, но без рассказов про материнство. Типа «роди-броди». И женственная, ну, чтобы сама могла посылку встретить.
А у нас же постоянно критические дни, гормоны, кризис 20, 30, кризис среднего возраста. Как только женщина думает, о, сяду по работу, ей уже пора идти рожать. И у женщины постоянно в голове происходит какой-то мыслительный процесс. Женщина, она постоянно думает. Она думает, 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 думает. Потом вечером ложится в кровати такая, я все поняла. Потом просыпается с утра и такая, ни хрена не понимаю. И вот так вот у женщины всю жизнь. Все ни хрена, все ни хрена, все ни хрена. Как будто на качели катается Фредди Меркурий Потап. Критические дни — это тяжелый период в жизни женщины. Я понимаю, звучит страшно. Тяжелый период в одном большом тяжелом периоде. Но это не значит, что мы там слабее или непрофессиональнее. Мы просто чуточку агрессивнее. Четверть жизни. Поэтому мужчинам нужно как-то стараться это понимать. Знаете, что такое дно? Дно — это увидеть, как твой бывший женится в той кофте, которую ты ему покупала. В кофте женится человек. Вот мне 34 года, я до сих пор не понимаю мужчин. Я вообще их не понимаю. Знаете, мужчины, которые говорят, на меня женщина давит. Это неправильная формулировка. Мы же никогда вам не говорим, что надо делать. Мы говорим, как. А дальше у вас полная свобода выбора. Вы можете делать, что хотите из того, что хотим мы. Хочешь, иди на рынок. Хочешь, почини стул. Хочешь, поехали к маме. Это твой выходной. Мужчины, вы замечали, что если женщина что-то сказала вслух, то теперь это ваша проблема? Потому что она сказала, а вы же услышали. И если вы это не сделаете, то вам капец. Потому что она же вам целый день об этом думала. Вот мужчины, они не говорят загадками, они не говорят намеками. Мужчина не говорит, а что-то хочется борща. Если мужчина чего-то хочет, он говорит в лоб. Лена, дети хотят борща. Сделай борща. Мужчины вообще немногословные, они разговаривают фактами. Мужчина говорит, деньги взял, персик помыл, иду в метро. А мы из этих фраз должны уметь достать тепло. И поэтому мы спрашиваем, любимый, а что ты сейчас чувствуешь? И он говорит, чувствую, здесь что-то воняет. Я не понимаю мужчин, я не понимаю эту традицию, зачем дарить женщинам цветы. Зачем дарить женщине то, что скоро умрет? Это то же самое, что подарить женщине деда. И сказать, если его положить в ванну, он продержится дольше. Ну вообще, это странное соревнование. Кто лучше, мужчина или женщина? Потому что мужчины, за вашу команду играет Гитлер, Чаушеску, Виталий Козловский. А за нашу команду мать каждого из вас. Поэтому что это за странное соревнование? Наталья Гарипова, спасибо большое. Я подытожу, да, немножко тоже поговорю на эту тему. Тема-то интересная. Сегодня замечательный праздник. Сегодня День космонавтики. И я от всей души хочу поздравить с этим праздником всех женщин. Просто у меня, да, с каждым годом крепнут подозрения, что женщины напрямую связаны с космосом. И иногда мне даже кажется, что они прилетели сюда с другой планеты. Но это иногда. В остальное время я в этом абсолютно уверен. Женщины явно не отсюда. Они не с Земли. Нас тут все устраивает, мужчин. Да. А им как-то дискомфортно. От животных плохо пахнет, да? На растения аллергия. Зимой тут холодно, летом жарко. В поле ветер, в лесу комары. Даже гравитация наша для них слишком высокая. Вы заметили, что женщина, что бы вот она ни делала на Земле, даже если она вообще ничего не делает, ей вот тяжело. Они точно оттуда, да? Знаете, почему первый космонавт был мужчина? Потому что женщинам было неинтересно. Что я там не видела, да? Откуда эти названия конкурса «Мисс Вселенная», если мы официально еще и до Марса не долетели? Да? Прокольчик, да, дорогие оккупанты?
Женщины на Землю прилетели, я думаю, это было во времена динозавров. Вот тот метеорит, который упал, это не метеорит, это мы просто так паркуемся. Итак, женщины прилетели, динозавры вымерли. У них не было другого выхода. Женщины сели и начали терпеливо ждать, пока появимся мы. И как только первый человек нашел себе первую пещеру, как только он зашел внутрь, там уже была женщина, и сразу со словами: «Ты чё так долго?» Заметьте, они все наше презирают, а все свое инопланетное, наоборот, возвышают. Вот красота, видите ли, неземная, а если что-то не нравится, то ты чего такой приземленный, да? К тому же они умышленно подавляют нашу земную природу. Сбрей шерсть, подстриги когти, не храпи. Что значит «не храпи»? Это инстинкт. Во сне я беззащитен. Я должен как-то отпугивать хищников, да? И кто-то тешит себя мыслью, мол, мы мужчины, эксклюзив, нас всего 49%, да? А их 51%. Не спешите радоваться. Что такое 51%? Это контрольный пакет акций. Мы на этой планете уже давно ни хрена не решаем, да. Ладно, это все юмор. Тема отношений между полами, конечно, вечная тема. И юмор в этом вопросе, как по мне, намного честнее, чем все вот эти серьезные мысли, цитаты, пафосные выражения. «Женщина мыслит сердцем, а мужчина любит головой». О чем оно? За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Да вот не за каждым. За Дольче стоит Габбана. За Габбана стоит Дольче. И ничего, справляются как-то ж, да? Ну, в принципе, женщины и мужчины могут существовать друг без друга, но, с другой стороны, зачем это делать, если вместе намного прикольнее? Ищите позитив во всем, даже в таких конфликтах. Это был Good Night Club. Всем добрых снов. Спасибо.